Разные ученые представляют разные теории, разные экспериментальные подходы к изучению процессов старения. Сегодня в очереди Александра Николаевича Хохлова. Говорят, что геронтологи занимаются те, кто страшно боится старения и смерти, и это, честно, да, это действительно так. Как правило, выбирая между жить долго и жить хорошо, дает предпочтение второму варианту. Когда пожилая женщина заходит в рыбный магазин, говорит, это рыба свежая, ну, мадам, говорит, она же живая. Так что, я тоже, говорит, живая, значит, понимаете? Старение начинается прямо при рождении. Да? Да. Нет, это неправильно. Это мнение Вадима Гладышева. Вот мы все убрали, и вот вы говорите с женщиной, слушайте, я так молода, мне всего 700 лет, я не хочу умирать. Как я умру? А вот у меня знакомая прожила 900, а мне всего 700, понимаете, да? Вредно, ну, в общем, без этого для нас жизнь не жизнь.